Приветствую вас. Я думаю, что вы за подобными рассуждениями достаточно рационалистическими по своей природе прячетесь от реальной проблемы. Дело в том, что порой и от самого расстройства избавляться, в общем и целом, совсем не обязательно. Порой само расстройство представляет из себя некоторую такую человеческую, я бы сказал, потребность, то есть когда человеку что-то нужно, когда человек в чем-то нуждается, когда у человека есть некоторые неудовлетворенные желания и потребности, некоторые неразрешимые конфликты. И очень часто расстройство отражает суть этих конфликтов, и мне кажется, что гораздо гуманнее по отношению к, например, человеку было бы не избавлять его от расстройства какого-либо гипотетического, будь то, или настоящего, будь то, а гораздо гуманнее было бы по отношению к такому человеку раскрыть те конфликты, противоречия, какие-то фрустрирующие моменты, которые находятся или стоят за появившимся расстройством. Немаловажные, как мне кажется, вещью является он. И то, что не каждое расстройство может быть подвержено психотерапии. То есть не любое расстройство. И иногда, когда мы говорим о расстройстве, имеет смысл посмотреть в сторону препарата, в сторону медикаментозного лечения. Не как основного, конечно же, но как дополнительного, в качестве дополнительного лечения, это вполне можно использовать и использовать достаточно неплохо, как мне кажется, по крайней мере. Вот. Но это, естественно, во многом зависит от вас. То есть, если вы позиционируете расстройство как что-то, от чего нужно избавиться, то вот в моем опыте, скорее всего, вы и будете, что называется, всю свою жизнь от этого расстройства пытаться избавиться, не отдавая себе отчет в том, что, избавляясь от расстройства, вы избавляетесь от самого себя. Вот. И это очень важный момент, как мне кажется, потому что от этого зависит, собственно, эффективность и направленность кооперации с психотерапевтом.
Вот, если вы находитесь с психологом не в кооперации, а вы находитесь с психологом в неком таком, скажем, ну, противостоянии, то, естественно, психотерапия будет куда менее эффективной, вот. К сожалению, в таком случае. Вот. Поэтому на это очень важно обратить внимание. Ну, свое вам. Вот. И уже, исходя из этого, можно будет куда-то двигаться. Вот. Такой вот аспект. Я думаю, можно здесь раскрыть. Ну, естественно, решать это вам, естественно. Но надеюсь, что это было интересно, и надеюсь, что вы что-то вот для себя из этого подчеркнете. А вот, в принципе, то, что хотел вам сказать. А на этом все. Надеюсь, что помог вам. Надеюсь, это было интересно. Вот. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу там. Позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.